Всем привет! Продолжаем проходить Ори. Это у нас уже будет 12-я серия. Да, не 11-я. 12-я. 12-я, окей. Что у нас получается? Получается то, что мы последний раз играли в субботу. Сегодня у нас уже среда, и я не помню, куда жать. Я и тогда-то плохо помню. Ну, в общем... И не помню, куда мы шли. И зачем мы шли. Ну, я помню, ладно. Смотри, сюжет в том, что у нас нам надо спасти Совушку, найти 4 вот этих вот энергии духа. И они разбросаны по 4 как бы частям света. И да. Вот сейчас мы попали в ту часть, где пески. А, идиотский вопрос. Они нам вообще по сюжету на карте как-нибудь отмечаются? Вот эти частички. Ну, вот это что? Вот это вот. Сквозь заросли. То есть вот огонек раз, да? Да. Ой. Один там в горах, в снегах. А вот тут, видишь, как будто вот под нами. Это вот. Во. Нет, это другой. Ещё один. Но я что-то пока только вот эти два нашел. И один в воде. А, во, наверху. Ну, наверху один. Вот этот в снегах, да, в горах. И один в воде сказано было. Вот тут слева. Так, ладно, найдем. В любом случае, к ближайшему. Просто вот один есть, да? Вот, это и есть этот квест, который нам дали. Угу, вот нам куда. Ну тогда я предлагаю с песочной частью сначала завершить, да? Потому что мы все в этой стороне. А потом идти так. Как бы налево. У тебя как-то все скиллы переставились. У тебя теперь на Y перо. Угу. А меч на X. А меч на X был. На Y у тебя была кувалда. Да. Сейчас перо. Угу. Так. Я так и думал. А нас чуть не сожрали. То есть как бы можно подтянуться и куда... Ты что ж ты делаешь? Да, и она тебя съест. Так, ладно. Копать нам нельзя. Ну, какой-нибудь скилл, не знаю. Лопату нам дадут. Копать за энергию. Очки работы. Привет, Архейдж. Осторожно. Тихо. А, я не вижу себя на фоне солнца. Есть такое. Держись. Вот там сверху опыт. Я увидел. А еще как бы пески не оказались зыбучими. Да нет. Ах ты ебал. Да вы что ж, издевайтесь надо мной. Какие-то песчаные черви. Змей, ты смотри, там просто трэш. Матерь Божья. Пустыни свои приколы. Это он сейчас сделал? Да. Сейчас я сделаю вот так вот себе. Во, ништяк. У них там просто гнездо. Кошмар. А, быстро, быстро, быстро. Блин. Следующий кнут. А, все вижу. Дальше. Ах ты ж, блин. Там руда. Направо.
Фантомный мост. Да. Ну, он типа, опа, и рассыпался. Ага. Красиво. Так, нам куда? Нам наверх? Нам наверх, да. Ага. О, ну о. И как всегда, а давай посмотрим, что внизу. Еще на три часа. Лопата! Дайте! Дайте две, но взять нельзя. Да блин. Ну там это синяя частичка сверху. Энергии. Голубые ежики. Сейчас обсыпется. Она обсыпется. О! Прикольно. А, она на колючки упала. У тебя осталось 3 жизни. А! Ай, одна. Как бить? В смысле? Икс какой-нибудь, Игрик. Меня убили, да? Потому что осталось 3 жизни. Ну я понимаю. Нифига она скачет-то. О! Так, осторожно. В песке теперь везде могут быть эти червяки. Сейчас давай перельемся, вспомним, как это делали. Вот так вот. Ой! Она родила. Чё? Моб родилась. Какой ужас. Так, туда. Стоп, а там, мне кажется, по сверху что-то есть, или нет, или мне показалось. Ну, все может быть. Ну, там платформочка так-то да. Есть. Как туда долетать, правда, я без понятия. Скорее всего, там опыт. О, а теперь я могу и так активировать. Блин, а как туда прыгнуть-то? Пока что-то не очень догоняю. Не, может, там еще какую-нибудь ускоряшку дают? Какой-то котелок. Может, надо разогреть? Может быть. Костер. Нет, что-то не работает. А-а-а! Ты что делаешь? Зёпа, горит. А там, смотри, мостик. А, да, все-таки да. Мостик. Так, там кнут, здесь это мерзкая букашка. Она меня откидывает, когда я ее бью. Тихо, тут кнут. А, нет! Так, еще мост, еще фантомные. Мама! Мама мия. А, там опыт. Ау! Апатинка. Да. Тихо! 3 жизни. Крыс. Тихо, он тебя продамажил. Да. Уходи! Так, 2 жизни. Тут мы только что были, да? Да. Там еще есть мосточки наверх. Ну, ход прямо и ход наверх. Там какая-то, смотри, вот опять или ломать надо, или оно еще не ломается, фиг его знает, внизу.
А. Тихо. Тихо. Нельзя тут сломать? Вот я. Можно. Это мы тут только что были. Да. Сражались с этим чуваком. Что у нас внизу? Опс. Жизнь. Капустка. Ой. Плюс одна или плюс половина? Я уже запуталась. Там опять мельница. Ах, ты ж. Тихо. Не зажимайся к этим шипам. Тут опять мельница. Ну, колесо покажи. Да господи ж тут. Зверья-то тут. О, это усиленный. Ты что с ней делать? Надо что-то ломать, запускать ее там. Да что? Ничего с ней не надо делать. Мне кажется, это все. Да. А, там направо. Ну ладно. Чего направо? Это все. А, да? Я думала, там стеночка, которую можно сломать. Три жизни. Вот мы отсюда вниз пошли. Угу. Как бы провалились. Энергию можно восполнить и перелиться. Угу. Там руда. Точнее, осколок. Ого, напылила на корешочке. Напылила, да. Я даже не сразу понял, что напылил. Там какая-то вот руда, ну, осколок этот. Не знаю, откуда его брать, снизу? Или он пока недоступен? Потому что тут-то колючки не пройти. А, зёба. Ну да. Да. А тут слишком высоко. Ой, крокодябрина. Оп. Окей. Дратути. А, по сути, и туда, и так, и сюда, все меньше. Да там три хода вообще, ужас. Нам надо эту, значит, разбить. Надо прострелить. И не попасть самому на это все дело. Да? Вот последний рубеж. Че, все, что ли? Все тут. Нет. А. Но там песок. Песочек, да. Как-то его надо вот. Ну вот пока, значит, все. Ой, не та кнопка. Вон прыгучий. Мост не сломай. Вот она бешеная, это вообще, да? Угомонись. Что же за животное? Слушай, я не понимаю, у нас три дороги, а куда идти непонятно вообще. Туда. Куда? Туда? Блин. Ну, я думаю, что сюда наверх. Окей.
Опыт. А это колючки. Да знаю я, зацепился. А-а-а. Ты вот неочевидные такие вещи порой говоришь. Да что? Наверх какие-то лазейки. Залезть. Ах ты ж, блин, а ну там улей. Ой, там 150 комаров опять. Можешь от комаров прыгать. А, на. Оля. Там вот этот он плохой? Нет? Нет. Чух. Так, ему нужна вода. Угу. Только не говори, что там за водой на мельницу. Да нет. А вот здесь, где комары, интересно, там что-нибудь есть? Может быть, да. Вот вполне. Туда надо или нет? Не очень понимаю. Но... А, ну вот смотри, а, ну вот здесь песок. Там завалено все, да. Вот здесь тут неизвестно, но там я вот не вижу. Сокрыто. Да камнями, не, за камнями не видно. Мне кажется, сам нельзя пройти. Ну да. Нет, а скорее всего тупичок, просто может быть там просто что-то лежит. Ну как обычно. Да блин, я подняться не могу. Сейчас змеи будут. Скилл, скилл, скилл. Лопата. Что думаешь, лопата? Ну, блин, она не помешала бы. Ну да. Подкоп! Реально, лопата. А, нажмите РБ, чтобы зарыться в песок. А затем РБ еще раз, чтобы совершить рывок вперед. Матерь Божья, зарыться в песок. Типа, какая РБ? А копать? Смотри, тут какие-то осколочки. О! Ничего себе! Ты как эти червячки? Да. О, это апатинки. О. Да что ж ты мимо-то все? Мимо-то. А он это, нон-стопом летит. Понимаю, направляй. И, короче, песок из ушей. Да. Изо всех мест. Круто. Да. Теперь мы сможем откопать все, что в песке. Самые сложные этапы, наверное, будут там, где будут эти червяки. Так, там наверху опять гонки. Угу. Давай посмотрим. Зачем? Тебе не интересно? Гонки? Нет, они мерзкие. Плавать. РБ и трн. Для тех этих паскалочек. Ну, смотри. Ну, что ты делаешь-то, божечки? Прикольно врезается. Вдруг нам что-нибудь дадут? Ну, что нам дадут? Опыт. За это дают только опыт, больше ничего. Вон оттуда откуда-то. Это просто мы нашли пьедестал. И активировали какую-то, ну, типа, возможность прохождения гонки, которая находится не тут.
А об нее тоже теперь горит, смотри. О! Вау. Вот так, вот эти. Вот для чего эти мешочки. Да, мешочек с песочком. Че он сказал, воды тут мало? Типа. Нет, ну это понятно, что это пустыня. Ага. Теперь я могу залезть туда, где не мог залезть. Нельзя, да? И где ему воду теперь найти? А! Закопайся! А где я? Тихо! Тихо! Жопа! Малыш! Ух ты! Я ее протаранил. Так просто? Так. Там опыт... Окей. Нам не дали никаких примерных меток, где эту воду ему искать. Так, ну тут мы были. Да, тут мы начинали. Вот она, лопата. Такой тонкий намек, это был спойлер на самом деле. Это что сейчас? Я в лопату копнулся. И тут же вылетел. Камень. Алмаз без огранки. Что-то было ведь уже. Про алмаз, ну, в смысле, про камни, но я не помню вообще у кого. Тарань! Ау! Сейчас не вышло. Вот, с ускорением надо. Ух ты. У меня колючки. Они какие-то резвые тут, какие-то моментально вообще. Не резвые, просто не затаранил. А. Тебя опыт даже не мог. Слушай, там еще какая-то шишка. Не знаю. Интересно, что это? А! Она рождает этих червяков. На лугу, кстати. Понятно. А наверху опыт, и он закрыт, и я что-то не очень понимаю, как туда попасть. Вот. Видишь? Это нельзя прокопать. Надо, чтобы он вжахал. А, во, понятно. Или направить его заряд. Он бьется. Другой. Угу. Еще. Как, не сработало? Он сейчас уйдет. Ау, да, блин. Одна жизнь. Успели. Угу. Кидает. Блин, я нажал кнопку, но он это. Упс. Блин, да что оно не ломается-то? Ну, может, типа надо несколько раз? Эх. Даже уж вот у него рейндж-то какой. Да что ж ты косой-то такой? Он косой, вообще какой-то ужас.
Нет, смотри, вот я вот четко в нее попал. Не получается, да? Угу. А вдруг, наверное, он по ней свои кувалды вжахал. А он туда не прилезает. Да. Ау. Да, пол жизни. Что-то я в замешательстве. Да, есть такое. Фиг знает. И от песка вроде никуда не прийти, да? Угу. Хотя вот оттуда сверху, вот я не очень понимаю. Не, вроде нет, там не песок. Хорош ты скакать-то, господи. Волнуй. Осторожно, тебя сейчас будут жрать. Будет кусь. Пол жизни. Перелезь. Энерджи. Имба энерджи. Да. Пираньи. Так, здесь мы зачистили. Наверху там. Скорее всего, от нее надо было лететь. Ну ладно. На! Теннис. Ну да, пинг-понг. И как? А, я знаю как. Окей. А, даже так? Да. Ну вот видишь, без скилла было не взять. Угу. Да, я вижу. Еще какой-то закуток. Там тоже опыт какой-то. А, собственно, это котел. Закопаться в котел. А чё, нет? Я думала, тут опыт. Нет, нет, нет. О! Тихо! Вот он. Ага. Так, здесь мы собрали. Теперь вот еще вон там закуточек наверху. Где чуваку воду найти? Вот вопрос. А! Наверху, надо мной, над головой. Так мы тут были? Ну, это были. А, там песочек. Хау. Почти. Ау. Ядрит. У тебя стой. Жизнь. Ау. Я не могу ничего сделать здесь. А, он не останавливается. Он не останавливается. Интересно, опыт, наверное, не засчитала, да? Нет, скорее всего.
Короче, если что, потолок. Давай земли, что ли? Да ё-моё. Да... Потолок безопасный. Относительно. Да мне выйти бы оттуда. Чё мне потолок? Он от потолка отталкиваться будет. Перелезь сейчас тогда. Чего? Ну, чтобы запас жизни был хоть какой-то. Чтобы, ну, даже если ты пару раз там чирканешь об эти шипы, чтобы это не насмерть. Заглянули. Ну и все, он теперь вот направо и налево. Два тоннеля. Это типа длинный, это коротенький. Какая же это противная белка, летяга. Ну вот это хвостата, она другая. Белки летяги они милые. Энерджи. Это мы дергали? А, да, этот рычаг мы дергали. Страшно. Червяк. Червяк. Оля! О! Как-то мы вообще сквозь него прошли. Оля-ля, хватайся! Оля! 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 Туда мы еще попали. А, ну вот этот тоннель соединяющий. Причем мы куда-то не туда свернули, собственно. Та-тань, та-тань. О, тут еще и пол энерджи. Халява так-то. А пытинки. Осторожно. Так, внизу энерджи, там шест слева. Осторожно. А, ну и все. И мы это место мы уже делали, только вот эти комары тут какие-нибудь. Мы же там были, да? Ну и все там. И чувак, который вот ему вода нужна. От комаров можно полетать. Ну, или кнутом. Ну, давай. Да ё-моё. Ну что он не работал-то? Вау. Тихо. А там в самом начале Локи еще руда была зарыта в песке. Ой, полторы жизни. Ой, пол жизни. Боже, ты смотри, как он плавает. Он хвостом крутится. Вон жизнь еще справа. Тут явно лететь куда-то.
А, руда прям над головой где-то. Вон там. Скорее всего, от мешочка. Ой. Что, не сюда? Нету, да. Осторожно. Странно. Но мы уже прошли. Ну да. Упс. Я думал, что она... Нельзя тут что сломать? Хрень какая-то. О, здравствуйте. Местные наркоманы. Ну, а вот за эту камень сдадим. Ясно, не сдадим. Это не ему камень. Так, колодец. Ты ставилку, что ли? Ну, да. И вот сверху вот что-то чё? Есть. Лететь, скорее всего, от этого. От мешочка. Мешочком далеко не угнать. Просто на карте прям что-то такое эпичное здесь. Но это про алмаз. Типа, отнесите алмаз к тому, кто в них разбирается. Это просто, может, они так криво поставили метку. Нам же он про алмаз говорил. Руду эту забрать вообще не понимаю. Да что ж такое? Выкопали. Так, мы тут эти нам вот сюда. А внизу руна. И наверху. О, лава. А! У тебя дерево на игреке стоит. Да как ты в меня попал туда, раз? Да у него не такая длинная, так вот ты такой палец. Да блин. Полжизни. Зараза. Руна не засчиталась. Нижняя. Полторы жизни. Перелейся. Сейчас. Так. Хотя бы закрыть. Руна наверху. Да, он тоже сбоку какой-то. Вот здесь вот мешочек, об который можно прыгать. О, ля-ля. Жизнь. О, какая-то потайная комната. Куда я вылез? А. Тоже какой-то тупик.